Всем привет! Давненько я не снимала влоги вот такие красивые. Сегодня я на мероприятии Ларош-Пазе. Мы будем слушать про защиту от солнца, смотреть презентации новинок, что, я думаю, в этим летом очень актуально. Впереди еще все самое жаркое, и точно нужно будет знать, чем защищаться. Все обязательно расскажу в этом видео, но пока наслаждайтесь красотой! В этом влоге я буду вам много чего рассказывать, поэтому устраивайтесь поудобнее, располагайтесь. Я надеюсь, что этот влог будет для вас очень-очень полезным. По крайней мере, я постаралась подобрать информацию, которая реально, ну, для меня была бы очень важна. Поехали. Начну сразу с пользы. Вы знаете, что я хожу на мероприятие от Ларош-Пазе, у них новинка. В прошлом году она была, но я как-то халатно к ней отнеслась. В общем, каждый из вас может зайти к ним на сайт и заказать себе вот такой вот стикер. Это наклейка на руку или на плечико детям, которая поможет вам понять, насколько опасное сейчас солнце. Она отдается абсолютно бесплатно. Список аптек в городах есть у них на сайте. Вы приходите туда, говорите, что я это хочу, регистрироваться надо. Ну, в общем, все правила написаны. Клейте ребенку на плечо. Особенно это хорошо, когда вы загораете, хоть где. Устанавливайте приложение на телефон и саму наклейку сканируйте телефоном, и тогда приложение говорит, сейчас опасное солнце или сейчас не опасное. И если, например, поверх наклейки вы использовали солнцезащитный крем, то она тоже это учтет и скажет, насколько сейчас кожа ребенка защищена. Поэтому очень крутая штука, я вам всем очень рекомендую. Да, здесь же надо задерживать дыхание. Тут, конечно, организация, как обычно, у девчонок на высшем уровне. Есть чем заняться малышам. Можно при желании искупаться. Но это не с моими антибиотиками. И, конечно же, нас ждет прекрасная еда. И очень ценная информация. Кого рисуешь, Зай? Раскрашиваешь? Котенка? Очень милый. Молодец, садись спиной к солнцу, и тогда тебе оно не будет сильно лупить в глаза. Хорошая идея? Да не надо. Ну ладно. Вот поплыло одно из средств новой линейки. Визит уплывает. Работает. Теплая водичка? Да, я прям завидую этому тюбику. Я был не прочь побыть для Ларош-Пазе сегодня. Я вам рекомендую. Обязательно. У нас есть два типа лучей. УВА и УВБ. Я не буду вдаваться сейчас в детали, что это такое, но на упаковке от крема обязательно должно быть указано и то, и другое. Потому что оба этих типа лучей оказывают негативное влияние на кожу и могут явиться причинами возникновения меланомы, которая последнее время... Меланома – это рак кожи, который в последнее время какими-то сумасшедшими темпами просто разрастается. В нашей стране мало кто пользуется солнцезащитными кремами, мало кто умеет правильно это делать, поэтому я вот и решила подготовить такой небольшой ликбез. Значит, смотрим обязательно, чтобы на упаковке было написано УВА плюс УВБ. Во-вторых, для детей до 3 лет в принципе не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами до 3 лет. Но если уж все равно мы едем там на пляж, на море, то мы обязательно должны пользоваться защитой, и это обязательно полтинник. И главная проблема для использования с детьми, это какая? Надо за 30 минут до выхода на солнце нанести крем для того, чтобы он начал действовать. Ну, в жизни реалии таковы, что это никогда не получается сделать. Вот лично я постоянно уже на пляже только наношу крем, и это, конечно, поздновато. Вот, теперь здесь можно наносить крем даже на влажную кожу, что, естественно, облегчает на 100% все вот эти манипуляции с детьми, которые постоянно хотят на солнце, на пляже играть, бегать и вот что-то такое. Поэтому новинка, обновленный вариант очень удобный. Второй вариант это для взрослых, тоже классный. Стоит им обязательно пользоваться. Меня заволновал вопрос. Я его спрашивала на презентации, что если я... Хочу загореть до темного. Ну, понятно, что все зависит от возможностей моей кожи, но вот я приехала на 2 недели. Короче, неправильно это делать. Девчонки, надо всегда пользоваться этим, потому что если не пользуешься какой-то солнцезащитой, все вот это фотостарение, пигментные пятна, дряблость кожи, различные заболевания, это все провоцируется. Поэтому...
нам ворвалось нежданно-негаданно лето. И дети как на пляже себя чувствуют. Накупались, замерзли и теперь едят. Погода волшебная. Теперь дальше. Когда мы находимся в городе, ну, по-любому тоже нужно защищаться. Вот сейчас на улице 30, я с радостью сижу дома, но сегодня я уже была на улице, и у меня есть вот такое средство. Конечно же, я им очень довольна, потому что это не только солнцезащита, и причем защищает от всего также от УВБ, от УВА, но и средство, которое матирует кожу, которое не дает ей жирниться, не дает ей засыхать. В общем, такой спрей, который содержит и термальную воду, удобный он маленький, его, естественно, я ношу с собой в сумке, и его можно просто распылить поверх макияжа на лицо. Ну, это очень круто, по-моему. Вот у меня обычный крем защита пятнашка, и когда, в принципе, на улице не жарко, то его достаточно. Но когда становится больше, конечно же, обязательно нужно. Пигментные пятна — это вещь такая, которая проявляется там в 40. Вот, знаете, есть таких много реклам о том, как удалить вот кожу далматинца. Прежде чем заморочиться над тем, как ее удалять, стоит заморочиться над тем, как ее себе не организовать. Вот, вот так это делается, нужно использовать обязательно защиту. Так, вот здесь создается контент. Все больше и больше народу. Сначала нас было трое. Теперь все больше девочек. Я шляпу. Композицию сделали. Это было мое. Все, теперь будет во всех инстаграмах страны. Даша уже почти превратилась в рыбу. В общем-то, атмосфера бомбическая. Вика где-то там. А вот она. Я даже не вижу, куда снимать. И последнее, ну, это скорее такой вариант, ну, по мне, мне так кажется, что это вариант, когда ты находишься на пляже и хочешь чем-то защищать лицо и губы. Вот это он. Потому что кремом для тела как-то лицо мазать, ну, вроде как нормально. В общем, пользоваться надо каждые 2 часа, как и любой солнцезащитой. И вот когда есть что-то отдельное для кожи лица, вот это оно. Тоже входит термальная вода, то есть он увлажняет, защищает. В общем-то, самое главное, что я хочу до вас донести, мои дорогие. Если даже вы выбираете не эту линейку, то, пожалуйста, становитесь умнее. Давайте будем образовываться в этом смысле и не будем... Как говорить, ой, да ладно, раньше все росли, ничем не пользовались и умирали 40 лет. А сейчас продолжительность жизни растет, всякие исследования показывают нам, как правильно ухаживать за своим здоровьем, и защита кожи — это одна из очень и очень важных вещей. Я надеюсь, что вы поставите лайк этому видео и действительно воспримите эту информацию правильно и будете пользоваться, пойдете и купите себе солнцезащиту, особенно на отдых. Вот, на этом все, мой рассказ закончен, и я надеюсь, он был вам полезен. Ставьте лайк. И на этом все. До скорых встреч.